В минувшее воскресенье, когда многие некрасовцы пришли в храм утолимой печали и спросить помощи Божией перед сдачей выпускных экзаменов, на старинном захоронении у алтарной стены соседней Преображенской церкви прошла скромная панихида. Там тоже собрались люди, кто и зачем, узнаем из следующего сюжета. Здесь похоронены священник Иван Андреевич Касторский и его супруга Серафима Алексеевна. Родители всемирно известного артиста, оперного баса, солиста Мариинского театра Санкт-Петербурга, уроженца Больших Солей Владимира Касторского. Долгое время могила Касторских пребывала в забвении, пока сотрудники районного краеведческого музея с помощью прихожан и молодых волонтеров не взяли на себя заботу о ней. Молебен в память о Касторских был совершен в день установки на могиле надгробной таблички с эпитафией. Это дар некрасовцам от ярославского краеведа, биографа нашего знаменитого земляка Александра Геннадьевича Пенкина.